За время новогодних каникул в ноябрьске произошло 71 преступление, 65 раскрыто. Полицейские города сегодня подвели итоги праздничной десятидневки. В частности, с 1 по 9 января в городе произошло 8 краж, одно мошенничество и 2 разбойных нападения. Что касается административных нарушений, то их совершено около 2000. Причем львиная доля касается несоблюдения правил дорожного движения. Кроме того, зарегистрированы нарушения антиалкогольного законодательства и мелкие хулиганства. Добавлю, спокойствие горожан на праздниках обеспечивали не только полицейские, но также сотрудники частных охранных предприятий и представители казачьих.